Наверное, лечебные свойства тепла были известны всегда. Ведь тепло для организма – это живительная энергия, к тому же она усваивается сразу и напрямую. И, естественно, в физиотерапии воздействие теплом с давних пор занимает важное место. И с давних пор известно, что лучшее тепло – почти горячее, но не обжигающее, от источников, которые отдают тепло равномерно и долго остывают. Соль идеально отвечает этим требованиям, но в обычной жизни с ней очень много хлопот. Но она сыпется даже через плотную ткань. Ее очень легко можно перегреть. К тому же соль очень сильно впитывает влагу, что в худшую сторону меняет свойства теплоотдачи. Другое дело солевые грелки. Плоские емкости из крепкого ПВХ заполнены солевым раствором. Соль при кристаллизации отдает сухое тепло. На поверхности грелки в момент завершения кристаллизации держится 54 градуса по Цельсию. Идеальная температура для масочных компрессов, для прогревания суставов и позвоночника, особенно шейного отдела, для прогрева уха или горла и даже для прогрева стоп. Для того, чтобы запустить процесс кристаллизации в грелке, необходимо вот этот черный стерженечек, пускатель, слегка согнуть, и тогда грелка начнет отдавать тепло. Когда она остынет, ее достаточно на 10-15 минут погрузить в горячую воду, для того, чтобы соль растворилась заново. Когда грелка остынет, ее можно использовать вновь. Производитель гарантирует работоспособность грелки при тысяче запусков.